Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. Это видео, наверное, будет мало связано с психологией, но отчасти у меня все видео психологические. Расскажу следующую историю. Я вчера утром приехал на работу. <coughs> поставил машину около офиса, около лаборатории, и подхожу к подъезду, выходит мне навстречу соседка, э, живет она на втором этаже, в общем-то, молодая девушка, женщина, и мы с ней буквально вот столкнулись в дверях подъезда. Мы с ней не особо общались, то есть, привет-привет, э, здравствуйте, здравствуйте, ну и так далее. И она выходит из подъезда, я ей придерживаю дверь, и я смотрю, она чуть, она не чуть ли, она плачет, то есть у нее слезы на глазах. Я спрашиваю, что у вас случилось? Она мне так на взрыв немножко, так всхлипывая, говорит, представляете, что случилось? Я поставила машину, то есть у нее есть машина, недорогой какой-то старенький Ниссанчик. Санни, что ли, неважно. <coughs> Ниссан, Санни, да, у нее. Она говорит: вот представляете, я сегодня приехала, значит, уезжала перед работой, поехала на работу, приехала с работы, но ну, это было где-то около 10 часов. И э -э сосед из дома напротив на меня, говорит, кинулся, чуть ли не с кулаками. Я говорю, в смысле кинулся, что такое случилось? Ну, это старичок такой, то есть с бородой уже там лет, наверное, 60, может быть, может быть 50, не знаю, но выглядит молодо относительно. И, соответственно, он мне заявил, что я поставила машину на его парковочное место. Вот то, что произошло, если говорить о психологии этого дела, свидетельство нарастания деградации общества и роста агрессии в обществе. То есть, в общем-то, у меня твердое убеждение, речь я веду в данном случае о ситуации, произошедшей в городе Новоуральске, Свердловской области. Такие ситуации я знаю и наблюдал сам, и мне о них рассказывали. Некоторые люди, ставя машины на парковку, предъявляют претензии, если вдруг на их парковочном месте, обычном, не их личном, а обычном месте, где можно припарковаться около дома, кто-то поставит машину. Неважно, там приехали ли родственники, гости к кому-то, да, то есть мы поставили, одним словом, необычную для этого парковочного места машину. Вы заняли мое парковочное место. Это позор, бред и абсурд абсолютнейший. Если вы купили парковочное место, оно у вас как бы закреплено за вашей квартирой. Сейчас это очень популярно, модно и здорово и хорошо, что у человека есть место, которое он приобрел, платит за это место деньги во многих дворах. Они сейчас оборудуются где-то, возможно, какими-то вот, типа шлагбаумами, поднимающимися парапетами и так далее. Но у нас в городе, в Новоуральске в частности, это мало где распространено. Буквально, может быть, единичные места, я даже не скажу точно где. Но коллеги мне, мы, ну, понятно, в лаборатории обсудили это дело. Значит, коллеги мне сказали, что где-то есть в каком-то дворе, там или в двух ли даже дворах, есть такие вот парапетики, которые человек приезжает, открывает, ставит машинку, закрывает машинку, чтобы ее не угнали. И там прям на ключик, замочек висит. Все цивилизованно, культурно. Это я понимаю. Но город у нас старый, 50-х годов. Дворы крайне узкие. Снег, декабрь, зима, месяц. Сугробы. Ситуация с парковочными местами обострилась еще больше. Одним словом, люди начинают конкурировать за ни за что. И я прекрасно понимаю мою соседку, которая говорит: ну, то есть, точно, где она припарковалась напротив, там нет такого оборудованного парковочного места. Просто место около дома, где можно поставить перетануть свою машину, не, не мешая проезду других. То, что происходит в обществе. Рост агрессии, потому что он реально, вот этот мужчина, возвращаясь к началу истории, бросился на эту женщину с кулаками. Я твердо придерживаюсь такого мнения. На мой взгляд, это относится не только к городу Нуральску, но и к другим каким-то городам. Другим мелким, средним, крупным, неважно. Есть место, где припарковаться? Припаркуйся. Твоего, моего здесь ничего нет. Если жильцы знают, что вот у них есть это место куплено, да, то есть это их личное место, тогда да, ты можешь какие-то претензии высказать в спокойной форме, как-то пояснить человеку, там, постучать ему по стеклу. Сигнализации сейчас все 99% сигнализации с обратной связью. Выглянет или выйдет хозяин. Ну и можно спокойно объяснить, что вот я за это место плачу, ставлю здесь машину постоянно, не могли бы вы где-то перепарковаться. Это я понимаю, это цивилизация и норма. Но когда соседи начинают, и я наблюдал, еще раз повторюсь, такие ситуации, начинают драку из-за того, что вот чье это место, твое или мое? Один кричит, я тут 30 лет машину ставлю, другой кричит, но другого места нет. В общем, вот эта безалаберность, абсурдность ситуации жизни в России, которая во всем буквально проявляется, Смею это утверждать. В любых областях, будь то там социальных, медицины, образования и так далее. Эта ситуация нарастает и усугубляется. Агрессия в обществе, в частности, которую я сам своими глазами вижу и которую я вижу по результатам наших обследований в моей лаборатории, растет. Недавно было видео, но и выпущено. Мы проводили исследования роста агрессивности в обществе. Кому будет интересно, пройдите, посмотрите. Ниже там видео есть. Она, ситуация, она ужасающая. Абсурдная ситуация. Несправедливая ситуация. Неправильная, нерегулируемая. Маленькие дворы, большое количество машин, народ благосостояние народа растет в кавычках грубо говоря Машин все больше, люди конкурируют за место под солнцем. И иногда это переходит всяческие границы. И что-то неадекватное происходит в головах людей. То есть, когда они начинают вести вот подобные разговоры, что это место. Но речь идет об агрессии. Я еще раз повторюсь в этом видео. О том, что это все в большей и большей степени в обществе нарастает. В реальной ситуации жизни, не в, не в Амкаде, а за Амкадом, да и в Каде, наверное, люди становятся все более и более агрессивными. Они переступают мораль, этику, нравственность, нравственные нормы, начинают вести себя неадекватно. Общество больно. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам.